Смотри, звезда падает. Давай ее поймаем. Звезды нельзя поймать, они далеко в космосе. А что такое космос? Это бесконечное пространство вокруг нашей планеты Земля. Со звездами, астероидами и другими планетами. Это интересно. А как попасть в космос? Для этого нужно стать космонавтом. Это очень непросто. Алексей Архипович Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Вестрянка Иисуйского района Кемеровской области на кадетной земле. Он был уже 8-м ребенком. Кемерово будущий космонавт пошел в школу, но заканчивал обучение среднего образования. Уже далеко от Сибири. Лечение авиации привил Алексею Леонову его старший брат Петр. То привело Алексея в 10-ю авиационную школу, а уже через 2 года он закончил военно-авиационное училище. В 1960 году был зачислен первый отряд советских космонавтов. Он стал космонавтом номер 11. Но при этом номер 1, кто вышел в открытый космос. За успешное осуществление полета благодарное мужество и героизм полковнику Алексею Леонову. Присвоено звание Героя Советского Союза учением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В нашем городе Кемерово есть музей космонавта Леонова. В музее есть картины и книги, созданные Алексеем Леоновым. Мы гордимся.